seconds of their free dance. There are 5 lifts required. If this was one of their required, they're allowed to do 7. It's a huge deduction because both skaters went down. Was that planned? Oh my goodness, that was not planned. The look on Victor's face. They tried to play it off, didn't they? Yes, they did, and many of the judges may have been looking down at the end of the performance. If it was on a required element, it's a 0.3 deduction. They pushed it to the edge and it caught up with them in the end. Почему Чан сейчас первый? Ну, посмотрим теперь, какое место займет. Ну что, здорово. Не знаю, как оценят судьи. Мне очень понравился прокат. Достойный очень прокат. Это благодарность льду. Действительно, он может ударить лед. Сегодня была ему оказана помощь. Мне сегодня концентрировался на прыжках. Расслабился во второй части, но все равно было видно, что мысли в основном, что он показал свой лучший прокат сезона произвольной программы. Это, конечно, бесспорно. Фрэнк Кэрролл справа, Лори Никол. Лори Никол это